За минувшие сутки автолюбители Ноябрьска 170 раз попались на нарушениях правил дорожного движения. Причем 13 раз, пусть и незначительные упущения на дороге, стали причинами ДТП. К счастью, без жертв. Правда, это только те, которые зафиксировали инспекторы ДПС. А вот о тех нарушениях, которые не попали в сводку, стало известно нашей редакции. Сегодня мы запускаем новую рубрику «Нарушители нашего города». Беспечные пешеходы, невнимательные водители, да что там говорить, на дорогах мы все, как говорится, не без греха. Правда, зачастую это излишняя где-то рассеянность, а где-то излишняя уверенность становится причиной серьезных аварий, а, казалось бы, нарушение пустяк. Вот, к примеру, автомобиль такси двигается спокойно, уверенно, но некоторые знаки все же игнорируют. Вот этот, в частности. В принципе, водителям его значение объяснять не нужно. Для тех, кто управлением авто еще не овладел, этот знак указывает, где нужно остановиться. Это такая стоп-линия, пересекать которую нельзя. Ну, кому запреты, а кому так. Белая табличка с буквами. На этом видео тоже ситуация уникальная. Водитель автомобиля пытается развернуться на перекрестке, но не тут-то было. Дама за рулем темной иномарки не заметила или не захотела заметить ту же пресловутую стоп-линию. И что мы получаем в итоге? Понятно, что потесниться барышня не может, да и в принципе не собирается. Более того, для дамы загорается зеленый свет, и невзирая на то, что автомобиль, которому она создала помеху, все еще пытается завершить маневр, начинает движение. Хорошо, реакция не подвела, а то потом доказывай, кто прав, а кто виноват. Или вот явное неуважение к другим участникам движения и пренебрежение правилами, а ведь водитель иномарки должен был уступить дорогу, он-то на второстепенной. Ну или еще интереснее, обгон на этом участке дороги запрещен, вот знак. И что мы видим? Вот водитель Нивы, видимо, очень сильно торопится. Вот еще один аналогичный пример. Обратите внимание, на таймере светофора остается 5 секунд. Машина, из которой ведется съемка, еще успевает проехать. Правда, водитель встречного авто решил по-другому. Он просто выехал на перерез автомобилю, которому, по идее, должен уступить. И если бы водитель первого авто не среагировал своевременно, столкновение было бы неизбежным. Как в этом случае. Вот УАЗ едет по своей полосе, немного прибавляет газу перед перекрестком. Опаздывает, наверное. Водитель Нивы, по всей видимости, тоже. Складывается ощущение, что при повороте он просто не видит встречку. Ну вот, непосредственный результат. Успели оба. А все почему? Потому что спешим, торопимся, излишне уверены в себе. Вот только риск, оказывается, не всегда оправдан. Ксения Епишева, новости нашего города.